И рабочие, и сотни других горожан сегодня были напуганы. На территории очистных сооружений на улице рабочего штаба в Иркутске произошел пожар. Загорелся строительный вагончик. Отстоять его не удалось. Огнем уничтожено 80 квадратных метров помещения и личные вещи рабочих, которые сейчас трудятся над строительством новых очистных. Пострадавших нет. Обошлось без жертв и в другом, правда, дорожном инциденте. Сегодня утром огромный затор образовался на одной из центральных городских артерий улицы Байкальской, причем в обе стороны. Причина – обрыв контактной сети троллейбусов. Все дело в том, что общественный транспорт едва не столкнулся с легковым автомобилем. Водителю троллейбуса пришлось резко затормозить, из-за чего и оборвались провода. На место выехали инспекторы ГИБДД, а также рабочие, которые приступили к восстановлению контактной сети. Решить проблему удалось в течение часа. Правда, за это время в районе аварии скопились другие троллейбусы. Они не смогли проехать дальше, поэтому сотням пассажиров пришлось покидать салоны и идти до ближайшей остановки, а там продолжать путь на другом транспорте.